Всем геймпасс, Амирапасс, и сегодня мы с вами наконец-то вернулись в Poppy Playtime 3. Хорошо, мы с вами прошли первую часть Poppy Playtime, но нам нужно еще пройти третью. Мы с вами остановились на том, что мы слышали какой-то разговор двух людей. В принципе, я толком не слушал, да и в принципе, мне кажется, просто понятно то, что там был разговор двух людей. Кассету мы можем забрать чисто так, к себе. Хорошо. Нам все равно эта кассета ничего не дает, она даже не говорит, что, как, где. И нам нужно как-то туда пробраться. Ух, чуть ли не упал. Так, окей, я ничего не понял, когда вот мы с вами уже слушали эту кассету, я ничего не понял. Да ё-моё! Я ничего не понял, что нам надо тут делать. Мы с вами нашли какое-то питание зеленое. Но что с этим питанием делать? Так, окей, сразу берем фиолетовую руку. Окей, тут какая-то дверь. Ну, конечно, закрыта. Вот здесь, вот видите, мы здесь какое-то нашли питание. Вот берем вот так вот и вот тут вставляем. Я не понял, что он активирует. Я думал, что туда надо идти. Но оно питание нам, получается, дает на руку. Ага. Вот туда надо, да? Ага, да-да-да-да-да-да-да, туда надо. И теперь надо куда-то сюда. Ага. Ну, в принципе, пока что справляемся. Теперь надо туда. Все. Так, окей. Дальше. А дальше что? А дальше я не знаю. Дальше у нас идет этот шифер. Не, погодите, а куда? А куда надо идти? Может, сюда? Да не, странно, куда надо идти? Ага, ну вот тут питание. Вот, смотрите. Оказывается, эти провода нам очень хорошо помогают. А, смотрите, мы должны все быстро делать, потому что мы, видите, да, сейчас повсюду питание ушло. Тогда смотрите, у меня есть другая идея, чтобы сильно не тратить время, хотя мы все равно должны потратить время. Ладно, давайте попробуем. Оба. Да давай, как-то хотя бы уже. Не, все равно. Не. Давай, убирай же это электричество. Хотя ладно, все равно попытка не пытка. Так, двоечка. Давай быстрее. Опа! Все, побежали. Мы, в принципе, знаем путь. Он туда. Так, окей. Давай, побежали. Следующий. Вот так вот. Ага. Так, и вот так вот. Сюда. Ага. Все, побежали. Все? Это все? Вроде все. А то я уже думал, что опять что-то надо. Фух. Ну все, в принципе, нам уже питания не надо. Там дальше идет уже без питания. Но я вижу какую-то очень трудную головоломочку. Да. Ну смотрите, я вижу здесь какую-то штуку. И по сути эта штука смотрит сюда. Значит, нам сюда. Ага. Ну хорошо. Наводим сюда. Все идеально. Эта штука должна куда-то смотреть. Куда? Непонятно. Может, кстати, на какую-то... Ну, погодите, где питание? Вот там вот питание. Значит, оно правильно все смотрит. Там же ж питание. Да, видите, там питание вроде. Да вроде да. Ладно, все, убирай руку. Посмотрим, что здесь у нас. Здесь... Так. А может, оно должно смотреть сюда? А, ведь серьезно, может, оно должно смотреть сюда? Хотя, погодите, сейчас посмотрим. Ну-ка. Наверное, да. Ну, видите, тут должно, наверное, смотреть сюда. А ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Сейчас мы еще наведем вот эту пушечку сюда. Такая ржавая, старая. Пипец. Не думаю, ребят, что мы за этот ролик многое успеем. Ну, погодите, оно куда смотрит? Куда оно смотрит? Сюда оно смотрит. Оно должно смотреть туда, вот эта штука. Да, видите, все же все правильно. Так, окей, теперь нам нужно идти туда. Главное опять не упасть. А эта штука должна смотреть туда, потому что здесь открыто. Все, видите, все хорошо. И вот эта штука должна смотреть на питание. Вот. Я же говорил, что здесь питание. Все, теперь нужно как-то... О, мы можем отсюда как раз рычаг потянуть. Опа, и все. Смотрите. У нас активируется лифт. Что? Блин, у меня лифт не активирован. А ну-ка, погодите, может надо типа... А ну-ка, давайте сейчас питание выключим. И давайте сейчас прямо здесь вот выключим. Вот, открывается, и отсюда сейчас включаем. О, все, идеально. Идеально, все, поехали наверх. Я, конечно, не понимаю, для чего нам вот эта рука. Она, конечно, прикольная, да.
Но, о, ей можно стрелять. Тут нам ноль патронов показывают. Я не пойму, зачем она нам надо. Ну, наверное, чтобы освещать какое-то помещение, но зачем? В принципе, все и так видно. Вот сюда, да? Наверное, да. Ну, наверное, да. Потому что другого выхода нету. И, я так понимаю, нам нужно... Что это? Что это? Что это такое? А что это? Это много каких-то маленьких игрушек. Так, окей. Нам туда надо. Там рука. Синяя рука. О, мы дотронулись до стенки. А ну-ка, давай, прямо отсюда. Давай, давай. О! Отлично, сейчас откроется дверь. Ворота. Не пойми куда. Ага! Погодите. Здесь темно. А ну-ка. Нет. Ну да, получается, эта штука нужна, чтобы освещать помещение. Та-дам! Мы с вами, ребят, погнали дальше. Так, окей, плейхаус, плейхаус. И вот здесь вот уже, здесь красный цвет горит. А ну-ка, ну здесь светло. Опа, медведь. Бобби Обнимашка, привет, я Бобби Обнимашка. Хочешь знать, как сильно я тебя люблю? Давай. Я люблю тебя до луны и обратно. Что это было? А что это было? А что это было, скажите, ребят? Ну, пошла отсюда. Ага, погодите. То есть вот эта светлящая штучка нужна, чтобы прогонять вот этих мелких зверят? Офигеть, я даже сразу ее не увидел. Офигеть. Так, здесь какой-то генератор и плохо работает свет. Ну-ка, давай, ты сводишь меня с ума. Угу. Без тебя я в растерянности. И сейчас будет какой-то скример. Меня потеряли уже очень давно. Возьми меня с собой. Ты ведь меня не оставишь. Привет, я Бобби Обнимашка. Ну, слушайте, ребят, а у него не было скримера. У него не было то, что типа... То есть, по сути, это живой персонаж. Мне страшно, ребят. Здесь вот эти мелкие ширпотрепы. Шуруповерты. Нам сюда, кстати... Ага-ха-ха, мы распустили... Вы достали! Да ну дайте мне нормально пройти! Ай, долбаные эти! Я знатно испугался. Пошел отсюда и не возвращайся. Так, сейчас все быстро действуем. Пошли все отсюда. Вижу тебя, пошел отсюда, маленький кот дремот. Я всех вас вижу. Пошел отсюда, пошел отсюда, коты мелкие. Так, окей, ребят, быстро бежим, бежим. Куда? А куда нам идти? Сюда? Пошел отсюда! Пошла, 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 пошел отсюда! Пошли все отсюда, пошел, пошел! Пошел, пошел! Тут какая-то эта темнота. Так, окей, ребят, пока что один патрончик есть. Блин, а куда я спрыгнул? Пошел! Вы что, офигели? Вы не видите, что я тут стою? Достали. Серьезно, надоели. О, маленький этот бим-бом. Или как его там? Так, тихо-тихо. Ватрушки, блин, недоделанные. Ай, ёпарасоте. Так, хорошо. Сейчас кто-то должен быть. Ну-ка, куда мне надо идти? Куда надо идти? Ну, смотрите, тут какой-то проход. Блин, даже не надо приседать. Окей, окей. Пока что я ничего не вижу. Побежали. Раз, два, три. Ага, да, залезла обратно. Достали. Так, тут какая-то штука, кстати. Пошел отсюда, курица недоделанная. Пипец, как мне с вами справляться, мелкотня мелкая. У меня патроны кончаются так быстро. Че? Пошла отсюда. Так, хорошо. Но тут нельзя оставаться долго. Что? Они забагались. Опять забагал все. Только попробуй меня напугать, ребят. Это не то. Ну, блин, а куда мне надо топать? Что? Фух, испугался, а то мне напоминают эти глаза мелкие. Ага! Пошла отсюда! Ага, кота! Че? О, боже, меня уже достала эта фигня. Достали уже эти мелкие шуруповерты. Ну сколько можно? Ну, ребят, ну достали уже. Пошла отсюда, собака! И вот это до сих пор забаганная свинья. Что ты тут должен делать, а? Ребят, смотрите, здесь какая-то сетка. Кнопка! Там кнопка. Кнопочка маленькая. Так, вот там у собака. Погодите, там какая-то кнопка.
Так, главное, чтобы меня сейчас не сожрали. Тут какая-то кнопка, которую надо нажать. Пошла отсюда, курица. Ушли отсюда. Так, погодите, там какая-то кнопка. И кубик, кубик. Тут кубик есть, то есть надо как-то подвинуть этот кубик. Когда уже патроны появятся. Тут какой-то кубик, тут какой-то кубик. Да, ребят, мы включили. Вот, ребят, смотрите. Я нашел эту кнопку. Так, погодите, а чё оно не работает? Вроде ж питание совсюду идет. Блин, кажется, я понимаю, чё. Короче, ребят, наконец-то! Я просто должен был поставить на кубик. Пипец. Ага, пошли все отсюда. Кыш отсюда. Кыш. 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 Закройся. О, да, ребят. Слава богу, я полчаса этому солил. Полчаса. А как, а что тут делать? Погодите. А, надо еще ниже типа спускаться, я понял. Пипец. Полчаса. Сейчас, ребят, мы немного патроны восстановим. Полчаса. Я в шоке, ребят. И впервые даже те головоломки меня столько не занимали. А тут, блин, казалось бы, пипец. Пипец, ребят. Серьезно, ты настоящий пипец. Так, тут у нас дальше два прохода. Ну, давайте пойдем в левый. А этот вообще открывается правый? А, так тут два одинаковых. Пипец. Окей. Окей. Что это? Ты ангел Поппи. Ты здесь, чтобы спасти нас. Мне нечего больше сказать. Не здесь. Что? Ангелочек, ты в домике кота Дремота. Он меня пугает. В их доме на тебя сейчас остановились. Миллионы глаз. И они наблюдают, и ждут, умирая от голода. Они только и мечтают, чтобы пробраться тебе под кожу. И сожрать тебя кусочек за кусочком. Чтобы заполнить пустоту внутри себя. Ага. Это существо. Кот Дремот. Прототип для него бог. И так он расправляется с эретиками. Эти игрушки-малютки. По пятам следуют за котом Дремотом. Чтобы избежать тоже участи. За этим... За это им... Так, мы пытались бороться с этим. Избавиться от власти прототипа. Я последний из улыбающихся зверят. Слушай, тебе надо отсюда убираться. Да я с радостью. Тебе нельзя умирать. Да я хочу отсюда уйти. Вы с Поппи можете все исправить. Чтобы покончить с этим безумием. С пытками. С... Чем? О, нет! Нет! Ой, фу, не уйдите. Откройте двери. Уходи, беги. Да я пытаюсь убежать. Откройте двери. Пожалуйста, я хочу уйти отсюда. Может, двери откроются, кстати? Блин, а куда надо бежать? Офигеть. Пипец. Тут какая-то дверь была. Пойдем сюда. Блин, ребят, я просто бегу наугад. Я просто бегу наугад. Серьезно, отвечаю, я просто бегу наугад. Так, бежим в конец. Куда? Направо пойдем. Ушла отсюда. Слономухи. Меня... Погодите. Так меня ж игрушка схавала. Меня схавала игрушка, а не пеклопес. Мы рождены заново. Да ты что? Пипец, ребят. Так, стоим, значит, здесь. Не зря все же там стоит. А, он уже сразу становится таким, чтобы тебя пропустить ко сцену. Сюда, вот туда надо идти. Так, запомнили. Открывайся, дверь уже! Ломайся, доска! Ты! Давай, побежали. Оба. Так, сюда. Так, я, в принципе, немного запомнил путь. Сюда. И теперь сюда. Ага. Потом, если что, ребят, пойдем направо. Я так понимаю, что нужно туда, потому что иначе другого выхода нету. Пошли все отсюда. Пошли. Пошли. Нет, погодите, туда все же нельзя. Значит, надо налево надо.
Да, надо налево. Нет, туда. Куда? Туда. Так, сюда. Значит, налево, ребят, надо, потому что наверх туда мы не можем пойти. Ага. Ага, сюда, сюда, сюда. Так, окей. Нас этот пеклопес уже два раза заскримил. И мне опять приходится все по новой проходить. Так, смотрите, сейчас бежим налево. Пошел отсюда. Так, сюда побежали, что ли? А! Ёпарасоте. Так, горка, горка. О, какая-то горка. Так, погодите. Все? Светло? А, пеклопес опять. Там я вижу руку, вижу руку. Быстрее, быстрее. Сюда! Пошел отсюда, недоделанная собака. Какое облегчение, ребят. Серьезно, у меня аж мурашки по коже. Надеюсь, будет сохранение. Так когда будет это сохранение? О, пеклопес. Пеклопес говорит, апорт. Беги, не останавливайся. Почему ты просто стоишь? Тебе нельзя здесь оставаться. Нельзя. Понял. Так, что это такое? О, да, пожалуйста, сохранение. Дайте сохранение. Дайте сохранение. Я это проходил полдня. Ты как? Травм нет? Руки, ноги на месте? Все нормально. А то каждый раз так жаль, что здесь умирает кто-то из моих друзей. А, как тебе алтарь? Ужасно. Это код ремонт смастерил для прототипа, понимаешь? Код ремонт стал таким. Он пережил несчастный случай. Он чуть не погиб. Говорят, что что-то там. А я опять сюда пришел. А мне сюда надо было? Нет? Нет, нам не сюда. Блин, я опять сломал игру. Да ну не надо, ну прошу. Нет, прошу. Ух, слабо. Так, окей, что надо делать? Что надо делать, я не знаю. Сохранение, надеюсь, было. Надеюсь, да. Слава. Тут вообще уже освещение, ребят, пропало. Вообще на ноль. Он нам дал ключ? Нет. Он нам даст ключ от чего? Да, он дал ключ от чего-то. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось. Мне не совсем. Мы, конечно, с вами прошли не так уж и много, но в любом случае, ребят, я вот это вот, как его, с детишками, вот эту вот штуку в лабиринт, я это проходил полчаса. Для меня это уже, блин, много. Также мы прошли с вами Пеклопса. Надеюсь, вам понравилось. Ссылка на Дискорд, как всегда, в описании. На самом деле, я Рапас. Всем удачи, всем хорошего дня и всем аревуар.